Здравствуйте, меня зовут Антон, и я администратор 3Ginfo.ru. Сегодня мы рассмотрим процесс приобретения какого-либо товара на нашей онлайн-площадке при помощи банковской карты. Для того, чтобы что-либо приобрести, нужно выбрать данный товар, например, на страничке онлайн-разблокировка или достать ссылку под описанием к какому-либо видеоролику или на нашем форуме. Давайте мы рассмотрим на примере кода разблокировки для модемов и роутеров Huawei. Выбираем оплату при помощи банковской карты, вводим адрес электронной почты и нажимаем кнопочку «Продолжить». После этого мы вводим необходимые данные, которые просят платежный шлюз PayU. Нажимаем на кнопочку «Следующий шаг». Далее вводим номер карты. Он написан на лицевой стороне. Срок действия карты – месяц и год. Тоже на лицевой стороне под номером. Код безопасности написан на обратной стороне карточки и имеет 3 символа. Имя держателя написано обычно на предпоследней строчке. На экране они все замазаны в целях безопасности. После того, как мы ввели и проверили данные карточки, нажимаем на кнопку «Оплатить заказ». На многих карточках подключена опция 3D Secure, которая требует дополнительного подтверждения при помощи SMS-паролей или списка одноразовых паролей. Мы это сделаем при помощи SMS на мой мобильный телефон. Должна подойти SMS с цифровым кодом, который нам необходимо ввести в данное поле. И нажимаем на кнопку «Отправить». Все, оплата произведена, теперь мы заполняем поля, которые требуют данный товар. Это адрес электронной почты, имей. Имей должен вводиться без ошибок, так как на его основании генерируется код разблокировки. И контактный телефон на случай решения каких-либо проблем. После того, как мы ввели данные и проверили их, нажимаем на кнопочку «Отправить». И перед нашими глазами появился код разблокировки. Обращаю ваше внимание, что если вы успели закрыть страничку платежного сервиса PayU или произошел какой-то сбой в компьютере, то ссылка на форму или на товар будет в вашей электронной почте. И обращаю внимание, что код будет написан только на этой странице и не приходит сразу после оплаты на электронную почту. Вот, в принципе, и все. Вот так вот, по-быстрому мы получили код разблокировки для модема. В моем случае это был Huawei E8278. Надеюсь, данная видеоинструкция была для вас полезна. Будем рады видеть вас в рядах наших клиентов. Ну а с вами был Антон, администратор 3Ginfo.ru.